Ну, грубейшие ошибки в обороне повлияли на исход матча. Не знаю, с чем это связано. Со сменой грунта, потому что на разминке ребята почувствовали тяжесть в ногах. Мы практически целый месяц провели в Хабаровске на искусственном поле. Здесь поле мягкое. Вошли в игру. Еще раз повторюсь, очень грубые ошибки в обороне. Еще один вопрос, если можно. На ваш взгляд, стоило ли в этом моменте вратарю вашему фалить или все-таки проще было заигрывать в полном составе? Не знаю, сейчас не готов на этот вопрос ответить. Фалить, не фалить. Он сделал все возможное. Влияет ли на игру с Хабаровском то, что вот 7 часов разница по часовом поясе? Может быть, это повлияло, что именно начало игры так получилось? Слабо было с Хабаровском. Ну, мы же не на одну игру, не на первую игру прилетели. У нас весь сезон такой, что мы постоянно летаем. Разница в часовых поясах. Ну, команды к нам прилетают. В принципе, привыкшие к таким перелетам и смене часовых поясов. СКА на сегодняшний день явный аутсайдер по набранным очкам. Есть видение того, как выбираться из ямы сегодня? Есть видение. Усиление состава. То есть есть надежда, что в весенней стадии СКА покажет... Надежда умирает последней. Спасибо. Спасибо.